«Умный ребенок» представляет. Ю-ху! Привет, ребята! Вы знаете, сегодня я решил проехать по гоночной трассе с препятствиями. Если я ее проеду, мне обещали сюрприз. Смотрите, что здесь есть? Жидкое болото, песок, подъемы, спуски, крутые повороты, разрыв дороги, участок дороги совершенно неровный. Посмотрим, как же я справлюсь. Поставь внимание, марш! Так, 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 тихонечко. И поехали дальше. Ух ты, песок! Колеса у меня большие, поэтому я думаю, что я справлюсь с этим испытанием. Вот и все, поехали дальше. Здесь перебираемся. А впереди у нас липкое болото. О, как скользко! Колеса совсем не хотят крутиться. Вылез. Подъем, спуск, крутой поворот. И опс! А впереди у нас камни. Ну, это вообще ерунда. По камням я уже умею ездить. Еще немного. Ну, этот участок я тоже проеду с легкостью. Большие колеса позволяют мне много где проехать. И ура! Я проехала! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Где мой сюрприз? Где мой сюрприз? Я жду! Видели, как я быстро проехал эту трассу? А вот мой и сюрприз! Давайте его откроем вместе с вами! Здесь должна быть машинка Hot Wheels. Открываем и смотрим. Так и есть машинка Hot Wheels. Нужно наклеить наклейки. А вот и вся коллекция. И вот какая машинка у нас получилась. Маленькая, красивая, гоночная. Мне очень-очень понравился сюрприз. Это будет мой друг. Я буду его учить. Он пока маленький, но я думаю, машинка эта подрастет. И мы будем вместе гонять по этой гоночной трассе. Ура, ура! Спасибо за такое испытание. А вам, ребята, до скорых встреч!